Максим, конечно же, с победой и для начала эмоции от этого матча. Ну, седьмой матч, какие-то эмоции, может быть, план или пропал. Ну, да, ножа, игра. Всегда интересно такие матчи играть. К сожалению, у нас часто очень получается. Но... Что подумалось в концовке третьего периода, когда все-таки пропустили при счете 2-1? Да ничего, главное было сохранить эмоции. Что это, хоккей? Пропустили, нужно было отстоять дальше меньшинство и выиграл. Ваша заброшенная шайба в овертайме, вы как-то прицеливались или это просто был бросок на удачу? Ну, Лисин выезжал там из-за ворот. Бывает, проходит такое надо. Хорошо увидел меня, отдал. Я просто бросил, она дошла. Партнеры что говорили, как-то поздравляли? Ну, поздравили, конечно. Я команду поздравил, что мы движемся дальше. Через день уже играть, послезавтра. Поэтому движемся вперед.